Мертвая петля. В Нарьян-Маре на улице Юбилейная на крышу перевернулась машина, в которой ехал пьяный 50-летний мужчина. Водитель под градусом не справился с управлением. На скорости колесом он зацепил обочину, в результате чего ВАЗ взлетел на воздух и опрокинулся. Нарушитель не пострадал, проезжающие рядом автолюбители тоже. Место происшествия от ближайшего жилого дома отделяли всего несколько метров. Мужчина, который управлял российским автомобилем, был настолько пьян, что даже не смог ответить на вопросы полицейских. А как вы объясните данную ситуацию? Объясню тебе. Как? Как? Вот так. Авария произошла вечером, поэтому есть предположение, что водитель ВАЗа домой возвращался из веселой компании. По результатам освидетельствования установлено, что данный гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за что предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления от 1,5 до 2 лет.